Так, ну Люся все-таки решила на эту экстремальную карусельку покататься. И вот они типа поднимаются высоко-высоко-высоко и долго. Высоко им кружить. А потом они под углом 90 градусов падают. О, жесть. А потом там еще какие-то колбасы происходят, но я тут уже не вижу отсюда. Чую, все, падают. Вот такие вот дела.